Новый выпуск газеты «Юбилейный» 500-й. Печатное издание «Ленинс ТВ» стало частью истории города и, конечно, многотысячной аудитории читателей. Практически 10 лет работы сотрудников редакции не прошли даром. С каждым годом газета становится информационно насыщенней. Появляются все новые и новые рубрики, что, в свою очередь, поддерживает неизменный интерес читателей. Скажи, пожалуйста, что вам больше всего нравится в нашей газете? Объявления, там можно то, что нужно найти. Новостей достаточно? Да, в принципе, там же все обсуждаются, все темы, которые можно. Красота, например, я как девушка всегда вот это вот читаю. Совершенствоваться всегда надо, конечно, само собой, но он нравится мне и так, ваше издание. Здесь намного больше, а там некоторых под несколько там программ всего лишь, а тут много их сразу. Нравится. Все вот эти объявления, рекламы, очень хорошо, что желательно нам узнать. Для магазинов и что продается. Девушка, а читаете газету «Ленинс ТВ»? Да. Ну что вам там больше всего нравится? Ну, программа больше. Ну а чем, может быть, отличается газета наша от другой какой-нибудь? Ну, всякие конкурсы проводят, множество. Участвовали? Да. Выигрывали? Да, билет в боулинг. Для нас, для стариков, там все как-то, как будто бы про нас все пишется. И для нас. Первый день акции волонтеры социального центра молодежи провели на площади ДК Ярославского. И не случайно. Везде всегда многолюдно. Предлагая прохожим ознакомиться с юбилейным номером газеты, волонтеры рассказали об условиях участия в конкурсе «Знакомый город». Без подарка не остался ни один ленинск-кузнечанин. Ручки, стикеры и, конечно же, само печатное издание. Вы читаете газету «Ленинс ТВ»? Нет. Не получает. Ну, тогда вам придается возможность, вам ее вручить, вам прочитать. И вы обратите внимание, там на 19 странице есть конкурс, где вы можете принять участие и получить сувениры. И это, кстати, 500-й юбилейный выпуск газеты. Понятно. Спасибо. Я вам дарю в подарок газету. Мне появилась новая рубрика «Знакомый город». Для знатоков города, Ленинск-кузнеча. Настал юбилейный выпуск, 500-й выпуск. Теперь там появился новый конкурс «Знакомый город». Вы можете принять участие, выиграть сувенирные призы. Подробности об участии в конкурсе от газеты «Ленинс ТВ» можно найти в номере 26 и последующих выпусках. Ну а призы не заставят себя ждать. Хотя, конечно же, это не главное. Вместе с газетой «Ленинс ТВ» вы будете в курсе новостей и событий родного города. В свою очередь, редакция газеты будет продолжать вас радовать, удивлять и придумывать все новые и новые акции.